Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Industrial Craft Experimental. Сейчас мы рассмотрим дополнение к нему Gravitation Suite. Очень классное и, можно сказать, незаменимое дополнение, которое вводит новые предметы, улучшенную броню и улучшенные инструменты. Значит, улучшенные инструменты – это гравий-инструмент, улучшенная электропила, улучшенный алмазный бур и ваджра. В чем особенность каждого из этих инструментов? Улучшенный алмазный бур – это вообще, наверное, самый любимый инструмент для тех игроков, которые только начинают развиваться, потому что он имеет различные режимы копания, и самый излюбленный у игроков – это режим 3 на 3. Вот. Как его активировать, я, наверное, в описании видео напишу. То есть алмазный бур – это, пожалуй, самый популярный инструмент, который, в принципе, у меня, например, на варпе покупают. Ну, электропила улучшенная, собственно, просто улучшенная версия этой пилы. Большая емкость, быстрее чуть-чуть добывает. Ничего, на самом деле, особо интересного. А вот гравий-инструмент – это отдельная тема. Гравий-инструмент в себя включает, соответственно, электромотыгу, электрокраник, электроключ, который можно переключать с помощью мод-свечки и правый клик. Вот у меня сейчас ключ был, сейчас вот на меня, кстати говоря, это отвертка из других модов. Это у нас мотыга, это у нас электрокраник. То есть 4 режима. Вот. Вообще здорово. То есть 4 инструмента в одном. Очень удобно, очень как бы комфортно. И емкость достаточно большая, то есть зарядили и надолго хватает, в принципе. Отдельный разговор – это ваджра. Ваджра – супер классная штука, которая практически все блоки ломает одним кликом. То есть даже если каким-нибудь там алмазным, каким-нибудь улучшенным буром долбать блоки, там все равно какое-то усилие вам понадобится. А с помощью ваджры вы вообще абсолютно любые блоки можете ломать. Вот я сейчас продемонстрирую в один клик, как ломаются блоки. Сейчас куда-нибудь телепортируемся. Очень долго обрабатывается команда. Вот, наконец, это. Вот, пожалуйста. Например, листва. Хоп, одним блоком сломал. Трава. Пожалуйста. Земля. Пожалуйста. Дерево. Пожалуйста. Одним кликом. Блоки. Любые. Какие-нибудь булыжники, камни. Все одним кликом добывается. Руда тоже долбится одним кликом. Единственный нюанс. Очень большой расход, на самом деле, энергии. Вот. Поэтому рекомендую пользоваться ваджрой только тем, кто, соответственно, может как бы подпитывать. Вам для этого либо какой-то шлем потребуется, который запитывает энергию. Кстати, этот к нему не относится. Либо какой-нибудь энергохранитель с собой таскать. Или, например, гравитационный нагрудник, который также появляется в этом дополнении. Значит, гравитационный нагрудник и улучшенная нанокераса. Вот, они просто являются улучшением, соответственно, нано-брони и квантовой. У улучшенной нано-брони там тоже есть полет. Вот. Часто игроки просто покупают ее, чтобы летать, и то есть это некое улучшение нанки. Гравитационный нагрудник, ну это вообще отдельная история. Это, по сути, предмет, который каждый уважающий себя игрок хотя бы раз пытался скрафтить с нуля. Вот. Там просто сумасшедший какой-то крафт. Особенно здесь вот у меня усложненный крафт. Это за счет того, что дополнительные моды стоят, включая Аваритию и Драконик Evolution. На самом деле в стандартном как бы в стандартной связке Industrial Craft и Gravitation Suite там немножко крафт попроще. Если же у вас стоит Magic Tools и Драконик, и может быть еще Аваритию, там крафт существенно усложненный. И там вообще полный трэш. Вот. Но тем не менее скрафтить эту штуку можно. Вот, и она обалденна тем, что, во-первых, у нее огромная емкость, вот, то есть раздолбать гравик будет крайне сложно какой-нибудь наносаблей. Кроме того, также есть режим полета, причем полета здесь именно такой, как парящий, то есть вы просто подлетаете и висите в воздухе. Вот как я здесь с командой Fly, соответственно, также с гравика вы можете просто висеть в воздухе, пока у вас, соответственно, не расходуется энергия. Вот. То есть это основные вещи, которые добавляются. То есть, ну, самые излюбленные предметы, это, собственно, гравик у игроков.
несмотря на то, что на него нужно потратить просто огромнейшее количество ресурсов. Ну и также игроки обожают в этом дополнении Ваджру и улучшенный бур, который можно переключать в режим 3 на 3. Также рекомендую настоятельно попробовать. Еще здесь есть совершенный мультиранец, который является улучшенной версией энергетических ранцев. С ним тоже крайне удобно, вот он 30 миллионов единиц смещает, с ним крайне удобно ходить, соответственно, в шахты и добывать ресурсы. То есть огромный запас энергии, надолго хватит. Вот, пожалуй, и все, как бы кратко я рассмотрел эти инструменты. В описании я, наверное, укажу, какими командами переключать, соответственно, режимы. Вот, спасибо за просмотр, если это видео было для вас полезно, ставьте лайк, подписывайтесь, кликайте на колокольчик, чтобы новые выпуски не пропускать. В комментариях пишите, что бы вы еще хотели узнать. Спасибо за просмотр, пока.